Алистер, я на базе. Продолжай. Я был прав. В 50-е годы в СССР развернули секретный проект. Кодовое название «Карбонок». Лаборатория изучала фрагмент древнего меча. Затем там произошла какая-то жуткая катастрофа. И КГБ по-быстрому уничтожил все следы эксперимента. Почти. Внизу какие-то проблемы. Ты как раз вовремя. Или поздновато. Это люди Ратланда. Они атакуют казахов. Или Аманды. Наверняка это она стоит за всем этим. Лаборатория как-то связана с той военной базой. Но мы пока не знаем как. Если тебе удастся найти командный центр, мы сможем составить лучшее представление. Когда перестрелка закончится, ты должна... Ладно, Зип. Ждать это для терпеливых. Или для тех, у кого нет парашюта. Я бы сперва осмотрелся получше. Ну ладно, прыгай, когда будешь готова. Сейчас, Лара! Очень мило, Лара. Ты только что ушла от волка, да напала на медведя. Вот она! Смотрите всюду! Отвлекайте! Вижу цель! Подави! Ложись! Она близко! Огонь! Стреляйте! Ложись, граната! Заперто. Yeah.
Мочи! Она близко! Огонь! Американка? Англичанка. И, похоже, у нас общий враг. Где у вас командный центр? Не отвечай ей! Что ей здесь нужно? Погоди, если она использует код без ключа, то сработает тревога, и центр пришлет нам подмогу. Да ты что? Мы здесь охраняем только снег и звериную мочу. Или ты хочешь сам идти? Через ворота. Код К-1879. Спасибо. Пожелайте мне удачи. Я не знаю, о чем вы говорили, но ворота, которые они имели в виду, где-то впереди. Прекрасно. Это все сильно упрощает, не так ли? Снимки? Они у нас есть. На них пусто. Лабораторию сверху не видно. Нам нужны карты. Вот она. Ничего себе прогулка. Я не пойду пешком. Мимо лаборатории ходит военный грузовой поезд. Похоже, люди Аманды опережают меня. Надо спешить. Так, спутниковая связь сообщает, что твой поезд скоро отправляется. Ты должна поторопиться. Засек ее! Нашел! Вперед! Вперед! Огонь! Поезд уходит! Где она? Поспеши, иначе ты опоздаешь на поезд! Ищите вспышки! Быстрее, Лара! Не дай Аманде опередить тебя!
Забудь про поезд. У меня идея получше. Что это? Что происходит? Они отцепляют вагоны. Стреляйте! Мочи ее! Положите ее! Плохо видно. Что случилось? Они оцепили несколько вагонов и перекрыли тоннель. Но, кажется, впереди есть ответвление. Да! Идем на взлет! Зип, я никогда не выпендриваюсь. Да-да, я знаю. Thank you.
что это попало на пленку! Ага, теперь ты мне скажешь, что так и задумала. Так и есть. Так и есть. Что я только что пережил катастрофу. А тебе? Несомненно. Аманда уже внутри, а дверь запечатана. Наши действия? На стене вход в вентиляционную шахту. Вентилятор вращается, она включила питание. Как ты попадешь внутрь? Так или иначе. Здесь холодно. Осторожно! Похоже, ты все-таки наткнулся на очередную гробницу. Интересно, что он тут делает? Он пытался выбраться отсюда, но замерз насмерть. Какая ужасная смерть для ученого. Эксперимент вышел из-под контроля. КГБ законсервировал объект. Он попробовал выбраться через вентиляцию, но попал в ловушку. О, боже! Внутри гораздо холоднее, чем было снаружи.
отключать электричество было хорошей идеей. Кажется, кое к чему здесь не подведено питание. Да, и в том числе к обогревателю. Похоже, она нашла только аварийный источник питания. Она вошла через главный вход. Я не думаю, что она была здесь. Похоже, что генератор находится в другой части комнаты. Она бы его включила. Это карта полигона. Очень старомодно. Когда есть напряжение, напоминает карнавальные огни. Вот так. Вот так. Интересно, это токсично? Мне кажется, это охладитель. Но кто знает, что за дрянь могли применять эти русские? Мне бы не хотелось проверять это. Отойди! Поднимись выше. О боже, горячо. Аманда? Черт возьми, Лара, я занята. Я вижу, ты сменила имидж. Значит, это ты была в Боливии тогда с Ратландом.
Я была везде, и я направляюсь в такие места, каких ты себе даже представить не можешь. И на этот раз ты останешься за бортом. Прости. Мне жаль, Аманда. Если бы я знала, что ты осталась в живых, я клянусь, что сделала бы все, что могла, чтобы спасти тебя. Я тебя умоляю. Я давно махнула на это рукой. Но вот знаешь, что меня действительно беспокоило? Когда, выбравшись, я увидела, что ты ушла, даже не попытавшись... Что там обычно делают археологи? Ах, да. Копают. Мы подумали, что это будет мемориалом. Неважно. Не давайте ей следовать за мной. Ты только посмотри на эту пушку. Какая огромная хреновина. Может быть, она тебе поможет? Вы это видели? Да. У меня даже жуткие помехи на экране появились. Я бы сказал, что это похоже на одну из индукционных пушек, использующих Тесла-энергию. Если это вообще возможно. Возможно, ты прав. Кажется, эта штука не работает. Ну, теоретически им требуется много энергии, например, от башни на той стороне. Если ты заставишь башню Теслы работать... Да, никогда не думал, что придется говорить такое. Надо придумать, как перекинуть мост через провал. Вот это да. Не попади под эти разряды. Ты же говорил, что она не работает. Это просто остаточные разряды. Если бы башня работала, ты бы поняла. И если бы я была источником электричества, где бы я находилась? Наверху. Еще один ученый. Он тоже не смог согреться. Они направили Тесла-энергию в артефакт, что привело к огромному выбросу энергии. КГБ остановил работы, спрятал реактор, опечатал лаборатории по секциям и бросил на произвол судьбы ученых, которых не удалось эвакуировать. Весьма характерный ход событий. Можно отсюда обеспечить башню энергией? Без реактора нет. Кажется, это не здесь. Теперь я догадываюсь, для чего предназначены эти рельсы в полу.
Что это за шнуры и розетки? Это кабели высокого напряжения. Хорошо, что они отключены, иначе ты бы сейчас стояла в центре небольшой грозы. Заперто. Обесточен, но ты могла бы включить его с пульта управления в комнате наверху. На рельсах тяжелые обломки. Я не знаю, как их сдвинуть. Это не важно, пока на реактор не подается питание. Привет, Лара. Что за... Какого дьявола ты делаешь на этой чистоте? Тихо, Зик. Должно быть, она прихватила наушники, когда делала уборку в твоем офисе. Ты так остроумна, Лара. Знаешь, почему русские назвали свой проект «Карбонок»? Так назывался замок, в котором Ланселот искал Святой Грааль. Снова упоминание артуровской легенды. Легенды, она говорит. Ограниченное слово для узкого восприятия. Ты всегда была ученым, Лара. Наверняка ты чувствуешь себя как дома посреди всех этих хреновин, Тесла. Не больше, чем кто бы ты ни был еще. Русские пробудили в артефакте силу, которую невозможно понять костным умом. И это их погубило. Так что поосторожнее с кнопками. Тебе того же. Но я-то знаю, куда нажимать. Ты научилась читать по-русски, Аман? Она отключилась. Какого черта ей было нужно? У нее возникли трудности с фрагментом меча, и она не хочет, чтобы все взлетело на воздух. Может быть, было бы лучше, если бы ты сказала ей то, что она хотела? Еще один несчастный ученый. Он пишет, что около 10 его коллег погибли в ходе эксперимента. Артефакт преобразовал электроэнергию во что-то другое. Ударную волну огромной разрушительной силы. Это мне знакомо. Так почему их в итоге прикрыли? Они отказались повторить эксперимент. И тогда КГБ попытался уговорить их по-другому. Теперь другое дело. Это когда-нибудь закончится? Напряжения недостаточно. Не пойму, в чем тут дело. Как его сдвинуть, если я не могу к нему прикоснуться? Кабель на твоем крюке изолирован. Точно.
Что произошло? Реактор должен подавать ток на кабель. А эти рельсы в стене являются очень хорошими проводниками. Панель, и мы в деле. Вот об этом я и говорил. Похоже на новогоднюю елку в аду. Это щит 10 или 11 столетия. Явно найден вместе с искомой частью меча. Напоминает герб Ланселота, не так ли? Напоминал бы, если бы таковой существовал. О, а это что? Похоже на карту. Изучите ее как следует. По-твоему, для чего она была нужна? Может, наш рыцарь не мог отыскать без нее дорогу домой? Или кроме этого фрагмента у него было что-то еще? Думаешь, он спрятал где-то другие части меча? Вполне возможно. Но без ориентира эта карта бесполезна. Я над этим поработаю. Конец связи. Отлично. Замерз насмерть, как и другие. Вместе с артефактом было найдено еще несколько предметов. Но бедняге никто не помог изучить их. Бедолага. Почему такое отсутствие интереса? Вероятно, предметы были слишком современные для изучения. Они относятся к первому тысячелетию. Прошу прощения, я что-то не так понял? Сколько конкретно лет артефакту, который мы ищем? Древнее, чем ты думаешь.
Аманда, мне жаль, что так произошло, но мы еще можем работать вместе. Не было никаких нас, Лара. Никогда не было. Там была только я. Я и вот это. Помнишь? Я прикоснулась к нему, и он потянулся ко мне в ответ. Лучше бы этого не случилось. Я приручила его. Теперь он мой. Немного дружелюбнее, чем тогда в Параисе, не правда ли? Я научила его команде апорт. Ты сошла с ума! Она убила наших друзей, Аманда! И почти убила нас! И он спас мне жизнь, когда я научилась обращаться с ним. Весь секрет в более широком восприятии. Но на твоем месте я бы держалась от него подальше. Он может быть довольно обидчивым. Не стой у него на пути. Я его не контролирую, а только выпускаю. Он убьет всех, кто ему помешает. Что ты делаешь? Лучше бы ты его не убила. Ему это не понравится. Прекрати, Лара. Не вмешивайся. Забрать артефакт невозможно. О, что ты натворила? Ладно, ничего страшного. А теперь уберись с дороги, Лара. Я не шучу. Что нужно сделать, чтобы вытащить его оттуда? Я не знаю. Я знаю немного про Тесла-технологии, но это место – сплошная загадка. Что ты наделала? Ты убьешь нас!
А ты удачливая. Ты это знаешь, да? Мне нравится думать, что это как-то связано с мастерством. У Алистера были какие-нибудь успехи с той картой? Это снова я. Ты не поверишь, куда ведут следы. О, сегодня ты найдешь меня чрезвычайно доверчивой. Корнуолл! Это как, езжайте по М5, потом по А30 до Корнуолла? Никуда не сворачивая. Ну хорошо, посмотрим, кто будет там первым.